Один из признаков популярности смартфона проявляется в том, что модель начинают копировать китайцы. Маразм крепчает, и китайцы уже копируют даже китайское. А для того, чтобы не ошибиться в выборе, представляю вам полный видеообзор оригинального и невероятного Xiaomi Mi 3. На данный момент у меня в руках тестовый образец, он без русского языка. В продажу в нашем магазине данная модель поступит полностью русифицированной. Есть много причин, почему среди огромного количества смартфонов стоит остановить свой выбор именно на этой модели. Например, эксклюзивный дизайн и качественный корпус из магниевого сплава. Кстати, перейти на первый обзор, где я рассказываю о внешнем виде и комплектации, можно по этой ссылке. В девайсе установлен 5-дюймовый Full HD IPS OGS экран производства Sharp с техникой полного ламинирования, способностью воспринимать 10 одновременных касаний, а сверхчувствительность данного экрана позволяет управлять смартфоном в перчатках или при помощи мокрых рук. Цвета невероятно сочные, а тач очень послушный. Эргономичное расположение динамика на нижнем торце существенно улучшает просмотр видеороликов, и вы не пропустите важный звонок, так как звук в лежащем смартфоне не приглушается. Отдельно стоит отметить оболочку MUI 5 версии, которая работает на базе Android 4.2, но нереально его видоизменяет. Например, данная система имеет расширенный статус-бар, который включает в себя счетчик трафика, управление памятью телефона, уведомлениями и в придачу имеет большую панель быстрого доступа. Очень удобный экран блокировки с возможностью быстрой активации фонарика нажатием на кнопку «Домой». В прошивку встроена лупа, увеличивающая текст для удобного редактирования. Возможность быстро и свободно поменять оформление всего смартфона через приложение темы, притом меняется все, от бут-анимации до шрифтов. Особенно заслуживает похвалы то внимание, которое разработчики уделили удобству в работе и плавности в интерфейсе. Смартфон работает с одной сим-картой, интерфейс набора номера и SMS понятен, логичен и эксклюзивен. Также замечу, если в Украине это не проблема, то в России и в других странах стоит обратить внимание, что данный аппарат поддерживает 3G связь формата TG-SCDMA, и это вызовет проблемы при использовании данного вида связи. При заказе не забывайте уточнить данную информацию у менеджера, вполне возможно, что у меня просто тестовый образец, и при массовом производстве этот нюанс учтут. Камера в аппарате уникальная. Казалось бы, что придумать нового, но при включении 2-мегапиксельной фронтальной камеры она определила меня как мужчину 28 лет, а жену как девушку такого же возраста. Эти данные, скажу вам, определенно точны. Очень интересная плюшка. Супер широкоугольная задняя 13-мегапиксельная камера с 5 специальными линзами имеет сенсор Sony Exmor и двойную светодиодную вспышку Philips. Я не устаю повторять практически в каждом обзоре, что нельзя добиться такого же качества снимка, как на зеркальном аппарате, на смартфоне с объективом меньше спичечной головки. Но на Xiaomi Mi 3 кадры выходят отличные. Встроенные интерфейсы включают в себя GPS-модуль, который не даст заблудиться странствующим путешественникам, 5-гигагерцовый Wi-Fi с возможностью раздачи интернета, Bluetooth версии 4.0, Wi-Fi-дисплей, который можно подключить с помощью функции Wi-Fi Direct. Девайс имеет поддержку NFC и OTG. Также при всевозможных подключениях и приходе SMS вас оповестит приятно мигающий цветовой индикатор над экраном. Производители планируют выпускать Xiaomi Mi 3 в двух версиях железа. Это 4-ядерный Snapdragon 800 по 2,2 ГГц на каждом ядре. И тоже 4-ядерный Tegra 4 на тактовой частоте 1,7 ГГц. Сейчас у меня в руке аппарат на Tegra. Результаты Antutu теста поражают. Больше 32 тысяч пунктов. Производительность не оставляет сомнений. 2 ГБ оперативной памяти, правда свободная для пользователя только половина, так как оболочка MUI достаточно прожорлива в этом плане. Встроенной памяти в представленном девайсе 16 гигабайт, в продаже будет версия аж 64 гигабайтами. Правда, около 4 гигабайт встроенного накопителя забирает система для полноценной работы. Слот под карту памяти отсутствует. Без лишних слов понятно, что любые, даже самые мощные игры будут Xiaomi Mi 3 по силу, а суперэнергоемкий аккумулятор емкостью чуть больше 3000 мА
и избавит от мучительного поиска кабеля зарядки. Вот тут меня многие укоряют, что я не показываю минусов смартфона. В этот раз я даже принципиально стал их выискивать. И ничего не нашел. Можно, конечно, ругать производителей, что разъема под карту памяти нет, что не сделали версию смартфона на 32 гигабайта, но если взять ситуацию именно по этой модели, она получилась более чем удачной. Можно даже сказать идеальной. Навеки ваш, Михаил Парадедов, с ютубимся.